Там дыр. Вот поменьше есть, побольше. Такие стульчики балконные под 999 рублей. А это имитация плетения, ну вот они подороже, 1390. Я вышла на улицу, здесь продают кустарники, деревья. Голубика садовая 349. Есть голубика 269. В общем, горшочки, цветочки. Саженцы. Я себе вот такой домой купила можжевельник казацкий, 189 рублей. Тут есть можжевельник Мардиган, есть Gold Start, есть еще вот такой можжевельник Tamar Sicily Folia. Это уже большие кусты можжевельника. Они около 3000 стоят. Вот рядом ценник 2290. Так, сколько интересная татуя. 1690. Ну, туйки быстро растут. Я высаживала в Калининграде, они очень быстро растут. Нужно, конечно, подкармливать, чтобы не было вот такой вот желтизны, чтобы они были вечно зеленые. Уход они любят. Чайно-гибридная роза. Ну вот написано, если розы покупаешь, универсальный
универсальный препарат, ополаскиватель роз. Ну, вот от жуков, от таракашек, от букашек 39 рублей стоит. Будет бонусами. Ну, тут очень много цветов. Очень много. Так, а это что за роза? Так, 169, роза микс. Вот такими цветочками будут. Ну, у меня такие розы есть почти все. Это вот гибридная. Вот такая тоже есть. Так, надо объехать мужчину. Ой, как плохо едет. Вы не пропустите, а то так у меня застревает эта телега. Ага, благодарю. Кресло пластмассовое, 429 рублей. Вот для дачи или палисадник, у кого есть дом. Еще есть вот такие зеленые. Мне нужно пару штук купить. Долго они служили, почти у меня 3 года. В том году неудачно один человек у меня приземлился, и ножка треснула. Видите, если остатки, сразу цена другая. Производство Польша. Качели садовые, деревянные. 12 990. Но я уже говорила, что когда магазин открылся, вот 4 года назад было открытие в марте, очень было много польского. И стулья, и какие-то качели, и плитки очень было много. И вот такие вот, кстати, вот я вам сейчас показываю скамеечки в Рогане. Вот видите, очень красивые, очень много. И клей польский был, и унитазы, и раковины. Но через года два ассортимент поменялся, и чаще всего на прилавках стала появляться продукция России, Китая, Белоруссии. О, какое кресло подвесное. Смотрите. На терраске такое поставить. 12 890 всего лишь. Ну, дальше идет инструмент, а я ищу свои